Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет интересный тест. Мы будем сегодня тестировать раскол. Почему именно этот талантик? Будем тестировать, сразу говорю, рунами, не талантом. У нас сегодня открыта угольная армия, и я хочу там потестить. Как видите, урон дополнительно наносит 6000 урона, еще увеличивает атаку. Плюс имеет шанс нанести урон, равный 18% от максимального здоровья. Как вы знаете, на угольной армии все зависит от того, насколько близко, скажем так, выйдут демоны. И, соответственно, вы можете пройти все волны. Но если вы демонов будете мало бить, вы, соответственно, ни хрена толком не набьете и в топ вы не попадете. Поэтому я решил протестить именно этот талантик. Сразу говорю, если вы хотите обзор на этот талант, пишите комменты, на каких героях. Я постараюсь вам заснять это, рассказать, показать. Не спешите его ставить, я его еще до конца не дотестировал. Мне нужен архидемон нормальный, чтобы можно было потестить замедление и раскол. Этот талантик идет чисто на архидемона. Не ставьте его, он никак не лучше, например, того же порочного пакта. Вот смотрите, сейчас я вам ради интереса просто покажу, чтобы увидели. Вот такая вот Фрейя у меня есть стоит. Поехали в экспедицию. Вот сейчас мы возьмем ее. И есть еще такая же Фрейя, например, с пактом. С расколом и с пактом. Так, где там наша Фрейя? Вот. Давайте первая пакт. Да, вот смотрим. Давайте возьмем еще кого-то героя, чтобы не было у нас бонуса. Так, смотрим внимательно. Смотрите на урон по героям. 215 тысяч. Как видите, урон 170, 160, 200, 180. То есть в районе 200 тысяч у нас урон. 207, 193. То есть такой вот урон. Теперь тестируем еще разок, смотрим, может, нам будет видно урон по зданиям. Конечно, это вряд ли. Да, вряд ли мы так увидим. Давайте попробуем сразу на героя напасть. Если получится, сразу вам сделаю небольшой обзор. Ну так особо не видно. Ладно. То есть вы увидели урон со скилла в районе 200. Поехали, делаем дальше следующий. Выбираем эту Фрейю. Ставим вот такую вот с расколом. Поехали. Тоже те же самые условия, все то же самое. Смотрите на урон. 124 тысячи. Ну, заметно даже потому, как герои пропадают. 103, 137, 72, 60. То есть я это вам сделал для того, чтобы вы сейчас увидели 251, 101, 123, 147. Обратно возвращаю вам еще разок. Фрейю с порочным пактом. И запускаю ее. Смотрим. 268. Крит. 160. Ну, думаю, тут и так видно. 236. 193. Ну, думаю, вы и так видите, насколько разница в уроне. Вот. В чем сама суть? Давайте так уже разберем. Этот талант дает, увеличивает атаку на 150%. Атаку увеличивает на 150%. Это дает плюс 100% атаки. Атаки базового героя. То есть если он будет бить с руки, то есть в чем сама суть? Когда он бьет именно с руки, да, урон в разы вырастает. Когда он бьет со скилла, как видите, все-таки не дотаскивает. Поэтому лучше всего в таком случае вот этот именно талантик использовать на архидемона, когда у вас одна цель. То есть в чем плюс? Даже не так, немножко вам не то сказал.
плюс 100% атаки, там 150% атаки. В чем прикол именно этого таланта? В PvP локациях в любом случае будет лучше порочный пак для таких героев. Да, этот талант будет как там БВшка, например, да, там плюс немножко и плюс еще процентуальный урон, ну, как видите, шанс очень маленький. И плюс дополнительно 6000 урона будет наносить. Вот этот талант именно будет заходить на архидемона. И то, опять же, надо будет потестировать, что лучше. Либо он седьмой рунами замедление талантом, либо он талантом и седьмое замедление рунами. Это, я думаю, уже в ближайшей архи мы потестим. Если будет нормальной архи, посмотрим, где же все-таки больше шанс. Но в любом случае, даже рунами, если ставить вот этот вот талантик, он будет офигенный вместе с замедлением. Почему? Потому что даже там... какие у меня там есть третьи, по-моему, да, самые мелкие. Тут 100%, то есть урона чуть-чуть меньше дополнительного. Тут тоже 100%, уже 2000. Тут на пятерках чуть-чуть больше. У меня где-то еще шестерки даже есть. В общем, такова суть. То есть порочный пак все равно больше урона будет наносить. А грубая сила... давайте грубую силу посмотрим. Где там моя грубая сила? Вот, 70% имеет, плюс дополнительное увеличение. То есть все равно будет грубая сила, будет выше по урону, чем тот талант. То есть есть свои плюсы. Ну, конечно, можно его поставить там любому герою, как хотите, можете поставить. Я буду дальше тестировать, уже окончательно вам тогда расскажу. Я вам просто на примере показал, что все-таки пакт круче. Единственный нюанс, этот талант офигенный рунами, у него большой урон, и у нас плюс дополнительная бонусация идет, то есть дополнительный урон, плюс еще урон от жизни, поэтому он в плане на архи однозначно будет круче там остальных, потому что он будет выдавать вам максимум всегда там по 500. Но опять же, это надо все потестить, что будет лучше. Для архидемона однозначно талантик там, либо талантом, либо рунами, будем тестировать офигенно. Для PvP локаций, как вариант, но опять же, это не топ. Топ — это порочный пакт, грубая сила. Это уже немножко похуже, ближе к БВА. Ну, конечно, за неимением ничего можно поставить этот талантик. Я еще дальше протестирую там с Бастом, сравнение сделаю, это будет отдельный видос. Поехали, я и так отвлекся, поехали собирать угольную армию. Хочу сегодня побегать. Так, что у нас тут есть вообще? Так, понятно, моя раста любимая. Собираем героев кучу. Вы знаете, я над растой не заморачивался никогда. Так, сейчас мы героя выберем. То я переустанавливал. Нокса, у меня все расты послетали. Такс. Так, есть. Кого берем? Берем однозначно тыковку. Блин, что-то найти нереально. Так, исцеление. Ну, воодушевление, думаю, смысла нету. Поставим ей оживу. Так, берем однозначно Бигфута. Вот такой вот у нас Бигфут будет. Священный огонь. Берем Огнекрыла. Только берем Огнекрыла вот такого вот. Тоже специально прокачал для теста. Так, дальше. У нас должен быть Анубис.
пакта. Берем. Так, сюда у нас. Так, сколько у нас осталось? Три места, да? Нет, два даже. Ворожей. Так, значит, сделаем так. Это у нас Анубис. Пустая таблетка. Вот отсюда Огнекрыл будет. Анубис. Тут у нас будет Афина. Так, поехали им. Так, тут можно сразу ставить Оживу как вариант. Так, Ожива стоит. Ангел есть. Первый есть. Дальше тыковка. То же самое ставим Оживу. Слон. Так, тут мы потестируем. И тут мы тоже поставим на всякий случай для первого теста Оживу. Так, есть. Три героя у нас есть. Так, стрелка я убрал, да? Бигфут. Ну, попробуем раскол ему поставить. Так, раскол 4. Кто у нас еще? Афина с Бастом. Так, Баст, раскол. Давайте с Бастом. У меня с воодушевлением нету. Поставим вот так вот воодушевление. Можно было бы, конечно, попробовать, но она, скорее всего, сорвется. Ну ладно, давайте для теста сделаем вот такое вот воодушевление. Так, и тут мы поставим вот так вот. И у нас остался Анубис. Возможно, ничего не получится вообще, но это такое. Так. Мы специально для этого тестируем. Так, вот так вот. Все, в принципе, герои готовы. Так, смотрим. У нас критовая. Ну, поехали. Опять же, для того, чтобы полноценно посмотреть талант, надо изначально его будет потестировать на архидемоне, потом на героях. Поэтому я не спешу вам рассказывать там о таланте. Я посмотрел вот на примере Фрейи, однозначно пакт лучше. Все, дальше уже будет видно. Так, не понял. Ай-яй-яй-яй-яй, я не ту Афинку зарядил. У нас Афина без воодушевления. Я думаю, что такое. У нас она вообще без руны сейчас. Печально. Вот видите, Афина уже слилась. Все-таки лучше ставить воодушевление и Оживу. Ну, ничего не сделаешь. Без Афины, конечно, печальненько. Не получится у нас максимальный урон сейчас выбить. Может, не получится вообще пройти. Сейчас посмотрим.
Сейчас атлант включится. И все. Вот так вот. 443. Так. Ну, попробуем сейчас такой вариант. Ну, Афина нужна с воодушевлением и ожилой рунами. Я, к сожалению, я просто ее слил для архидемона. Ну, попробуем еще такой вариант. Зайдет, не зайдет. Для этого мы смотрим. Но вот рунами этот талант получается у нас самый на сегодня топовый для Анубиса. Почему? Для многих героев у нас нету, кроме пакта, ни одного такого таланта, который бы давал столько урона на 7 левеле. Поэтому рунами однозначно это самый крутой талантик по урону будет у вас. Так, 10-я волна. Самое главное, чтобы Афина не слилась. Она тут может очень легко слиться на отражалке. Вот душики. Вечно ее сливают. Так, отлично. Так, вот это вот хуже всего, когда вот эти идут обратки. Так, ну вроде отлично зашли. Или кто-то слился. Да, ворожая слили. Как обычно, видите, через забор надо все-таки забор этот убирать. 512 тысяч. Ну, думаю, еще после полуночи сбегаем обязательно по тестям. В любом случае, сколько там? 694 даже понабивали. Надо попробовать будет все-таки поставить расту с угла, чтобы сразу заходили на героев, как вариант. Потому что пациенты очень долго бегут. Ну, в принципе, все. Давайте еще ради интереса, уже коли начали тестировать, затестим такой вот вариант Анубиса. Посмотрим сейчас на урон, что будет у него вылетать. А, давайте поставим Чикабума. Говорю, Чикабума. Слона. 100% урона, плюс здесь 150. Поехали на подземочку. Смотрим. Это сейчас у нас рунами он стоит. 527 тысяч я увидел. Ну, конечно, тут урон рандомный. Ну, давайте так. Среднее. Среднее вы уже сами посмотрите, уже скажете, миллион. Два ляма вылазит. Критом. На замедленном повторе вам уже будет лучше видно. Конечно, тут процентуальный урон, но... Ну вот как-то так, окей. А теперь попробуем. Поставим грубую силу. Седьмую даже. Криты должны быть в разы больше. 2,5 крит. Ну, крит, понятно, 3 миллиона. Видите, грубая сила. Крито больше дает. 3 миллиона. То есть то, о чем я говорил, что все-таки есть нюансы в этого таланта. Ну, намного быстрее слил. Грубая сила плюс пакт. Процентуально получается. А теперь еще вариант просто снимем. Третий вариант. Просто сняли. Ну, тут понятно из-за того, что урон. Но опять же, посмотрите на урон. 2 миллиона все равно вылетает.
Не знаю. В общем, вот так вот. Вы уже на замедленно напишите в комментах то, что там увидел. Но я вижу, честно говоря, что все-таки что-то пошло не так. Ну тут меньше из-за того, что руны другие. Ну, опять же, процентуальный урон вылетает. Непонятно. В общем, очень многого непонятно. Я уже потестирую отдельно. Дальше уже тогда вам полноценно скажу. У меня очень много героев с этим талантом стоит. Для архидемона, ну, все будет в процессе, все увидите. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.